О, привет. Здрасте. Как оно дела? Там нормально все. Знаменитый блогер Украины. Да, он самый, как раз. Вы хотели увидеть меня? Да нет, я вот теперь увидел. Я всегда по Ютубу смотрю, как общаетесь. Вот теперь увидел наживую. Как вам мое творчество? Ну, вы знаете, как бы, с вашей стороны вы молодцы, с нашей стороны, со стороны России, вы не ахти. А чё? Как это? Чё вам не нравится? Потому что троллить сильно, чересчур не надо. Надо правду говорить. Наоборот, Как? сдруживать народы надо Так Украины, вот, так я Белоруссии и ж России. в том-то и нонсенс получается, понимаете, что я ж говорю правду, а она вам не нравится. Я ж не виноват, что правда такая. Какую правду говорить? Ну, Ну, давайте, вот смотрите, я скажите. говорю, что вы оккупанты. Вот, например, давайте вот только это вот. Вот вы оккупанты. Что вам тут не нравится? Давайте, с какого перепугу, что мы оккупанты? Ну, Сейчас, Крым. у меня отец в возрасте, пап, смотри, известный, конечно, украинский блогер. Это вот, я вот политолог, Здравствуйте. конечно, у него очень много подписчиков. Привет. Да, но он против России. Он не Я сдруживает против Россию и российских оккупантов. Это, знаете, это все равно, что Вторая мировая война идет, знаете, куча там концлагеря, там убитые, эти все. И сидят два фашиста в окопе и говорят, ты представляешь, вот там сидит какой-то непонятный советский солдат, и вместо того, чтобы нас сдруживать, он у нас стреляет. Ты представляешь, какой подлец? Какой нехороший вообще. Да нет, Как вы знаешь, что люди хотят. представляете, чтобы я с вами, оккупантами, украинцев сдруживал? Как я могу сдружить? Как? Ну скажите. Да мы, знаешь, что я хочу сказать? Вот какой я оккупант, какой ты там, допустим, Ну, землю боже, в голове? Значит, какие мы оккупанты? вот так, подожди, Оккупанты, какие подожди, мы? подожди, подожди. Значит, первый момент. Вот, допустим, я чисто по-человечески выхожу, почему не потому, что мне там хочется поругаться с вами, а просто-напросто немножко разобраться. То есть телевидение это одно, знаешь, ток-шоу там, ваши эти корреспонденты там За 5 лет вы выступают не там. разобрались, да? То есть своим мозгом за 5 лет вы не смогли разобраться. С вашим-то У опытом. меня, допустим, разные мнения есть. Допустим, вот я со многими с вами, с вашей стороны тоже общался. У нас, говорит, нормально все, у нас памятники воинам не сносят. У нас, говорит, нормально станица или там хутор. Живет нормально, все нормально. Само. И подождите, Только про что вы немножко... рассказываете? Я, секунду, подождите, какие На Украине. станицы в Я Крыму? почему на Подождите. Украине? А? Какие станицы в Крыму? Что вы несете? Я вам говорю, вы Не станица, российские хутора, оккупанты, вы села. оккупировали Крым. Секунду. Не, вы оккупировали Крым. Я за Нет, это давай говорю. я вам сейчас Какие договорю. станицы? Что про Крым? Не понял. Я говорю, что про Крым? Я говорю, Крым вы оккупировали. Почему оккупировали? А когда вам Крым передали, мы что-нибудь говорили или нет? Кто нам 50... передал? Ну, Хрущев тогда вам подарил этот Так Крым. какая, подожди, какой, вы, что вы за, как, с какой страной меня связала? Вы откуда вообще? Как страна ваша называется? Как? У нас Россия называется. Российская Федерация наша. Так Ну а да, какого Россия. хуя, блядь, сюда СССР к вам, ты старый пидор, блядь? Как вы заебали, передал Хрущев, сука, долбоебы вы, блядь? А ты Нет уже записываешь? никакого СССР, ебланы вы, блядь, сука. Еще вам, Крым. сука, тупым пидорасам из России объясняю спокойно сейчас, что Хочешь, ваша страна ты был собрались, да, дураком, знаешь? сейчас? Ты себя сейчас Собрались сейчас? унижаешь. Так Я с вот, тобой Российская разговариваю. Федерация, Ты начинаешь закрой память ебало делать. свое, старый пидор. Еще Ну. раз говорю. Российская Федерация существует только 25 лет. Так вот, за 25 лет у вас не было никакого Крыма, и никто, никому вы его никуда не передавали. А вы знаете, Это понятно вам или нет? Беловежский Так соглашение. вот идите нахуй, блядь, с нашего А Крыма. Что Беловежское вам соглашение вы непонятно? знали или нет, если вы там Я немножко говорю, с нашего блогер. Крыма на хуй. Поучи немножко Я таких еще раз таких. говорю, на... Вот мне 5 лет, вот мне говорят, ты... Вот сейчас Подождите, ему подождите, дуть. извини, старый пидор, извини. Смотри, еще раз тебе объясняю. Мне вот 5 лет люди пишут, ты им объясни, как бы. Вот есть такие вот
аргументы, как бы объясним, что есть международное право какое-то, есть законы какие-то. Вот их президент, их хуйло подписывал эти договора о добрососедских отношениях. Ну, и куча всего. А я им говорю, да это ж, сука, российские пидорасы, блядь, оккупанты. Им не надо нихуя объяснять, сука. Их надо, сука, гнать, блядь, пиздюлями с нашего Крыма. А они мне опять пишут, Андрей, ну нельзя же так общаться. Они же вроде бы ж цивилизованные люди. Но я потом встречаю, вот я же тоже начинаю думать, может, цивилизованные люди и правда. Но я, сука, вижу вот поколение, один, сука, пидор старый, блядь. И вырастил такого же уёбка, блядь, еще себе подобного, блядь. И сидят вдвоем, рассказывают про что там Хрущев кому нахуй передал. Ну вот, как-то так, собственно говоря. И могла бы проходить беседа, когда вы говорите, Андрей, да как ты можешь их терпеть? Я бы их вот с самого начала. И вот теперь вы понимаете, что как бы... Стримы бы наши очень сильно сократились бы, если бы я постоянно делал так, как нам с вами хочется всем. Собственно говоря, на этом моменте мы с вами вместе ставим мне лайк, правильно, я считаю, для того, чтобы это видео попадало в топ YouTube. Конечно, вы понимаете, что это все постановка, о да, это все актеры, блять, эти пидоры. Оккупантские. Поэтому, ну что ж, тут я должен в этом месте сказать. Ну що ж, це було Вата Шоу на прямому каналі у форматі «Всі свої». Дивіться нас по вихідних днях, дивіться Вата Шоу в неділю ввечері. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, шукайте нас у Фейсбуці. І до нових зустрічей через тиждень. І ще хочу добавити. Не голосуйте шлунком, голосуйте головою на наступних президентських виборах. Не дайте нам повернутися знову в російське рабство. Все, удачі, до зустрічі.